26 лет назад, в начале октября, отошел ко Господу предшественник нынешнего главы Тверской митрополии, преснопоминаемый митрополит Калининский и Кашинский Алексий. Его могила находится в храмовом комплексе Тверского села Завидово. А 17 лет назад, в октябре 1997-го, направляясь на заупокойное богослужение в Завидово, в автомобильной катастрофе трагически погибли клирики Тверской епархии, диаконы Дмитрий и Василий и подиакон Михаил. Поэтому каждый год, когда нынешний глава кафедры, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, совершает заупокойную литургию, за богослужение вместе с именем митрополита Алексия звучат имена погибших клириков. Ныне главе Тверской митрополии сослужили епископ Канский Богучанский Филарет, благочинный монастырей и архиерейских подворий архимандрит Аркадий Губанов, благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий Ильин, благочинный Вышневолодского округа протоиерей Василий Киричук, клирики Тверской епархии. Многие из них с покойным митрополитом связывают теплые воспоминания. Сразу после божественной литургии начинается панихида по усопшим. Размеренно поет хор, и пламя свечей как будто колеблется в такт заупокойных песнопений. Щемящие воспоминания о покойном иерархе возникают вновь и вновь. На глазах отца Аркадия видны слезы. Конечно, общение с этим человеком легло в мое сердце. До сих пор, каждый день, я вспоминаю его в молитвах. Заканчивается панихида. Все служащие и молящиеся вместе с владыкой Виктором направляются к могиле митрополита Алексия. Архимандрит Аркадий совершает краткую заупокойную литию. Хор поет «Вечную память». К собравшимся обращается митрополит Виктор, духовный сын почившего, 30 лет проведший рядом с владыкой Алексием и разделявший с ним все радости и скорби. Благодарю вас, дорогие же во Христе братья и сестры, за участие в молитве о почившем высокопреосвященнейшем митрополите Алексии, моим предшественником и духовным отцом. Верим и надеемся, что по молитвам нашим Господь удостоит быть наследником Царства Небеса. В доме музея митрополита Алексия Коноплева, расположенном на территории храмового комплекса села Завидово, состоялся памятный концерт. Покойный иерарх, будучи музыкантом-самоучкой, писал музыку. И это были не только церковные песнопения. Музыку к стихам Василия Ивановича Лебедева-Кумача, Натальи Петровны Кончаловской, митрополит Алексий Коноплев написал еще солдатом, будучи на фронте. Получились песни военных лет, которые исполнили солисты Тверской академической филармонии. Такой он был, глубоко верующий и стойкий в своей вере, разносторонне одаренный и очень трудолюбивый человек, митрополит Алексий Коноплев. Душа его во благих водворится, память его в род и род. Информационная служба Тверской митрополии специально для телеканала «Союз».